Совершенно секретно. Москва. Год 1980. Олимпиада. Приезд многих зарубежных гостей. Перед советским правительством встала задача обеспечить безопасность талисмана Олимпиады «Медвежонка Миши». Стране не хватает квалифицированных, самоотверженных и преданных разведчиков, владеющих языками, желательно иностранными. Молодой агент вступает в ряды секретных сотрудников государственной безопасности. Успешно завершив ряд важных операций – аппендикс, гланды, аденоиды, удаление мозоля – в 1992 году заслан в США под именем Павел Синяков. Из архива КГБ. Сегодня мы собрались здесь не зря. Казалось, Пашка, ты вне подозрения, но нас терзают все же иногда. Сомнения, сомнения, сомнения. Пока жуете свой филе миньон, мы вам секретик маленький откроем. Среди нас таится опытный шпион, заброшенный с радисткою женою. Судите сами, дамы, господа. Жил Павел в двух шагах от мавзолея, но быстро завербован был сюда, в деревню, где кругом одни евреи. Он прыгал с парашютом свысока, шпионил на верблюде он в пустыне, известным полиглотом слыл всегда. И как Джеймс Бонд красавец был мужчина, разведчиком ему быть суждено. На сон не тратит время драгоценное, он сбросит 10 фунтов в одно. Мгновение, мгновение, мгновение. От всех он анонимность должен скрыть. Вы не найдете молодца смелее. Он с тещей может запросто прожить, при этом абсолютно не сидея. Еще хотим раскрыть один секрет, что в спецдесанте волю закаляя, он с Боруховой прожил много лет. Тихонько валерьянку попивая, и рвет его на родину порой, когда ночами смотрит сериалы, и в бейсменте скрывается герой, отслеживая радиоканалы. И кем он только в жизни не бывал, и моряком, и даже журналистом, но от тяжелой жизни так устал, что стал обыкновенным программистом. Так как такого парня не любить? Его мы поздравляем с днем рождения, и дай же Бог ему до 100 дожить и получить по службе
повышение. Сыночек мой дорогой, здравствуй. Поздравляю тебя с твоим днем рождения. Это не просто день рождения, а юбилейный. Вот сколько ты уже прошел жизни своей. Я тебе желаю самое главное здоровья, прекрасного здоровья, счастья, благополучия во всех твоих начинаниях, в семье, чтобы у тебя было все хорошо. Будь здоров, самое главное. Всем привет передавай. Ну, все, Павлушка.